Семья – самое важное в жизни человека. Семья дает человеку любовь, уважение, солидарность, привязанность. То, без чего невозможно представить ни одно общество, без чего не может жить человек. Чтобы укрепить статус здоровой, счастливой, дружной семьи, Дворец культуры «Металлург» в прошлом году запустил проект «Суперсемья АГМК», который продолжил и в этом году. 11 февраля во Дворце культуры «Металлург» состоялся первый этап конкурса «Суперсемья АГМК». Гости насладились выступлениями конкурсантов и концертной программой, подготовленной народным ансамблем танца «Эдельвейс» Дворца культуры «Металлург» и гостями, танцевальным коллективом Центра творчества «Баркамол Авлод». Открыли мероприятие руководитель театра песни Татьяна Гавриленко и победитель первого отборочного тура конкурса 2023 года Эмиль Хайрулин. Оценивала семьи компетентное жюри, председатель, редактор газеты «Алмалыкский рабочий» Нигора Салимова, корреспондент газеты «За цветные металлы» Татьяна Руденко, председатель культмассового сектора профсоюзного комитета исполнительного аппарата, участник конкурса «Суперсемья АГМК» прошлого сезона Гульнара Михайлова. Конкурс прошел в 4 этапа, каждый из которых чередовался интересными вокальными и хореографическими номерами. Вначале семьи представили своих домочадцев, а затем презентовали авторские видеоролики. Анкета. Так назывался следующий тур. Цель – насколько хорошо члены семьи знают друг друга. Не менее интересным был и следующий этап – «Угадай меня по голосу», где мужья угадывали измененный голос жены. Мне даже синий небесный скот кажется коронным без тебя. И в завершении прошел творческий конкурс, в котором каждая семья проявила художественные способности. Каждой семье жюри присудило номинации. Семья Галашинок была признана самой гармоничной, семья Мавланкуловых – самой веселой, а семья Таджибаевых – самой креативной. По решению судей в финал вышли две семьи – Таджибаевы и Мавланкуловы. В заключение руководитель отдела культмассовых мероприятий Дворца культуры «Металлург» Улугбек Аманов и руководитель театра песни Татьяна Гавриленко поблагодарили жюри и всех участников, а также пригласили принять участие всех желающих в следующих этапах конкурса «Суперсемья АГМК».